Это Вероника Островская, руководитель любительского коллектива современного танца «Выражение» при Светлогорском центре культуры. Хрупкая девушка вначале немного волнуется, а потом, когда речь заходит о танцах, в ее глазах загорается огонек, и она легко и с огромным вдохновением рассказывает о своей жизни в танце. Я поняла, что мне это близко, мне это по душе. Через танец я могу говорить, вот как говорю сейчас, могу выражаться, могу делать все, что мне захочется. И мне никто не запрещает этого делать, и для меня это очень важно. В танце должна быть определенная драматургия, то есть в танце должен быть какой-то определенный рассказ. Мне хочется видеть что-то эстетическое, красивое, чтобы это цепляло глаз, чтобы за этим было интересно наблюдать. Хочется, чтобы зритель после того, как выходил из зала, он вспоминал, он размышлял об этом. Важны все спектры. Это как костюмы, музыка, хореография, свет, абсолютно все. Дети не должны обладать там невероятной гибкостью или невероятной растяжкой. Это все приобретается потом, с опытом. Кто-то воспринимает танцы как хобби, кто-то воспринимает танцы как просто вот прийти на какой-то концерт и посидеть и посмотреть. Для меня танцы — это что-то душевное, это что-то вот, что я могу стать в зале, излить все, что у меня внутри, и мне станет легче. Я приглашаю детей от 9 лет в свой коллектив, выражения с направлениями джаз-модерн, афро-джаз и contemporary dance. Эти направления развивают импровизацию, статику тела, партерную гимнастику, чувство ритма, овладение способностью контролировать свое тело в пространстве и многое интересное, чему вы узнаете у меня на занятиях.